Всем зрителям, подписчикам канала Уральская усадьба, привет! Сегодня будем строить теплицу. Капля крепыш, да, у нас? Капля крепыш 3х6, коричневая. Двери, форточка. В одном торце дверь, в другом форточка. Приехали, разложились. Начинаем работать. Каркас мы поставили, выровняли, закрепили. Стоит он у нас на брусе. Все готово для того, чтобы начать крыть теплицу. Закончился у нас монтаж. Напоминаю, строили мы теплицу. Капля крепыш 3х6. Почему крепыш? Потому что арки из трубы 20х40. Сверху они с усилителем приварены. В одном торце у нас форточка, в другом торце дверь. Нового образца все. Очень симпатично, удобно работает. Раз. Все закрыто. Хотим форточку. Бах. Форточку опять на тот же крючок. И большой проем для проветривания. С другой стороны такая же большая форточка. Каркас у нас покрашен полимерно-порошковым способом. Цвет шоколад. Ну, либо коричневый, кому как удобно. Стоит все на брусе. Брус 100 на 100, пропитан антисептиком и закреплен грунтозацепами к земле. Поликарбонат 4 мм, 0,7 плотность. Также у нас под коричневой теплицей имеется коричневый торцевой уже резиновый уплотнитель, чтобы все было красиво. И снизу соты у поликарбоната защищены торцевым профилем с перфолентой. На этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока!